Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня речь пойдет о изгороди кизильника блестящего. И обязательно досмотрите видео до конца, и я отвечу на некоторые вопросы. На один, вернее, вопрос, который задавал подписчик. Спасибо. Итак, уважаемые друзья, кизильник блестящий, изгородь из него. Опять невысокий такой живой заборчик. Сейчас будем его стричь. Вот здесь, как вы, кизильник вообще очень декоративный кустарник. Кизильник блестящий именно. Он настолько декоративный, что он листву держит почти как самшит, но он не круглый год, конечно же, держит, но почти всю зиму, наверное, скорее всего, стояла у нас изгородь это с листвой. То есть до Нового года точно лист, когда дождь идет, очень красивый, зеленый. И довольно-таки прекрасно смотрится изгородь. Опять же, на разделение участка его, опять же, на вокруг дома можно, вокруг оградки живую сделать. Здесь их в районе 9 штук. Мне дал один человек, я приезжал просто к нему, коллега, так скажем. Ну, мы обменивались кое-каким опытом. Он просто рос у него вдоль дорожек. По одному он вообще разбросан был, то есть он брал семена и разбрасывал его. А он, когда ему вздумалось, ходил. Он мне повыдергивал штук 10, и я посадил его. Посадил, они доросли где-то до полметра, я потом обрезал. Он остался одними палками, и довольно-таки потом нарос, и пошел. Я дождался определенного состояния, и то есть я его начал обрезать уже. Ну, за год я обрезаю его 3 раза за лето. Но в данный момент, вот сейчас вот просто времени не было им заняться. Сейчас вот смотрим. И вот, если можно видеть, тут ягоды вот на нем. Ягоды. Я их собираю, когда они красные становятся. Вкус у них безвкусный. И это... Ну, то есть несъедобная ягода, ну, съедобная, но бестолковая. Может быть, даже какие-то есть, но я не знаю, не читал про него. А вот ягоды я собираю и в землю. Всходит он через 2 года, что удивительно. Осенью я сажаю, ягоды чищу, засеиваю их на определенный участок. И он всходит только на следующий год, он сидит тихо, и потом он начинает сходить. Ну, высоту вы можете выбрать, например, ну, чуть выше. Ну, я, вот определенная высота у меня здесь есть. Сейчас будем стричь, вы это все увидите. Опять же, когда ягоды, вот сейчас они зеленые, они становятся красными. И осенью он очень прекрасно смотрится. Он очень прекрасно, ну, вид у него такой классный. На зеленый блестящий лист. И красные ягоды вообще супер смотрится. Изгородь прям шикарная из него такая, выглядит очень классно. А сейчас пойдемте посмотрим мелкий кизильник, который я засеял в позапрошлом году. В этом году, который я засеял, он, естественно, засол один. Ну, бывает такое, один сходит, тут тоже один садил. Вот он засеян, его не так много, конечно. Ну, тоже пойдет на изгородь, пойдет на распределение. У нас там новый участок, где мы, скорее всего, будем с него делать довольно-таки хорошие изгороди. Ну, я не знаю, на сколько метров это всего хватит. Ну, я думаю, достаточно нам будет. Вообще он очень любит... Вообще он влагу любит, он быстрее растет, конечно, но... Если он без полива находится, и ничего страшного, он не пропадает. Он единственное, тля иногда поедает его, тоже попадается, вот видите листики. Но это проходит со временем. Вот, например, вот видно, что когда сильная жара, это бывает такое. Но вообще он довольно-таки и морозоустойчив. Но при посадке у меня один пропал, когда я привез его сюда. Это было лет 10 назад. И вот это изгороди уже лет 10, поэтому... А маленьким сколько?
маленьким у нас позапрошлого года посевы, то есть получается два года, ну нет, год они в этом году взошли. За год вот так вот, да, в такую да, высоту. Да, за год они очень хорошо, да, дают. Вы, например, берете вот один куст, да, растите его, такой, чтобы у него стволик был уже примерно диаметром около 3-2 сантиметров. Потом грубо обрезаете его и ждете, что он нарастет. Ну, это буквально изгородь, она получается через 3 года у вас уже довольно-таки хорошая изгородь. Уже есть, например, а через 5 она у вас вообще шикарная будет. И будет такая набитая, хорошая изгородь, действительно, если вы хотите изгородь из кизильника. Ну, в основном это берут на... Низкая изгородь, из него не получается, очень плохая получается. А вот более такого, около 1,50 м, ну до 2 можно ее вот, спокойно, да. 1,50 м, ну 1,75 м где-то так, более нормальная изгородь. Ну что, займемся обстрижкой его, как всегда. Мы сначала по бокам все стригем, а потом здесь все. Наш аппарат, по-моему, готов.
Итак, уважаемые друзья, вот мы и постригли изгородь из кизильника. Ну, здесь все надо кое-что подровнять, где-то что-то поскидывать. Ну, в основном она готова, вот она. Ее можно сделать поменьше, это, конечно, я уже, она наросла, запустил маленько. Но вообще, довольно-таки красивая изгородь получается, особенно, говорю, осенью, когда ягоды на ней становятся красными, очень красивые. Ну а теперь ответ на вопрос подписчика. А вопрос был такой: когда вы постригаете свои растения, что хвойные, что лиственные, я вам скажу так, я постригаю свои растения тогда, когда у меня есть время. То есть, ну конечно же, не зимой именно, а вот именно когда они растут. Кизильник я обычно постригаю 3 раза в лето. Это я 2-й раз постриг его. Первый раз я постриг в июне месяце. Надо было в конце июня постричь и в конце июля. Ну сейчас, да, начало августа. Вот я одну стрижку пропустил, и поэтому он так нарос. Он быстро нарастает и довольно быстро он растет. Ну то есть и хвойные также я постригаю. Я постригаю также и елку я постригаю. Вот буквально 2 недели назад я постриг елку. Единственное, я не снял, потому что, ну, трудновато было снимать и обрезать. Вот я постригаю 2 недели в жару, ничего страшного, для меня проблем нету. И она довольно-таки переносит. Конечно, очень тяжеловато ей, но я знаю, она выдержит. И я хочу вообще ствол оголить для того, чтобы там под ней ходить. Ну, дай бог подрастет. А тую я тоже постригаю 3-4 раза. Вот это вот полузаборчик, у меня было видео про то, как я постригал тую восточную, тую западную. В следующем видео, я надеюсь, мы пострижем тую западную колоновидную, которую я держу постоянно в одном росте. Вот она вот такая вообще. А у нас она будет примерно 1-2 метра. Если постригать ее 3 раза за лето, то есть это довольно-таки нормально. И много времени это не занимает, поверьте. Ну так, мы постригли изгородь, на вопрос мы ответили. Подписывайтесь на канал. С вами был Евгений Филимонов и питомник Хвойный дворик. Всего доброго, удачи!